Всем привет! В этом видео мы с вами будем снова заполнять мой ежедневник. Вот так прошел мой месяц сентябрь. И сейчас время заполнить разворот первой недели октября. Так вот, вот так вот, вот так вот. Я уже заранее расчертила всю неделю и выбрала цвет этого месяца. Осталось только заполнить дела и расписание. Собственно, я заполнила несколько дел на неделю. Это глобальные такие у меня пункты, которые на этой неделе будут обязательны к исполнению, о которых нужно не забыть. Давайте сначала заполним расписание. Понедельник у меня 11:50, у меня литературоведение, потом в 1:30 профессиональная деятельность и в 15:10 психология. На сегодня у меня еще дела. Мне нужно позвонить хозяину квартиры, постирать белье. Если я это не пропишу, я про это забуду. Во вторник у меня 8:30 деловые коммуникации. О, сегодня еще в 5:00 собрание. Чуть не забыла. 8:30 практикум. Потом у меня в 10:10 вторник опять практикум, но уже по устному народному творчеству. И в 11:50 лекция. Опять литературоведение. Ладно. Опять литературоведение. Так, дела пока никакие не пишу. Среда. Олимпиада. И в 11:50 физкультура. Так, четверг. ПЛПР. Языкознание лекция. Дальше четверг же у меня в 11:50 зарубежная. И, собственно, четверг это все. В пятницу. Так, пятницу. 10:10 у меня физкультура. Дальше в 13:30 английский. И в 15:10 практикум по цифровой культуре. Отлично. Завтра мне нужно заплатить за квартиру. Четверг у нас посвят. Далее мне нужно будет сегодня сделать домашнее задание на ближайшие там пару дней. И в что-то я забыла. Что-то конкретное забыла. Так, вот сюда еще нужно написать. Вспомнила. Мне нужно будет сделать домашнее задание. Это я, наверное, буду делать завтра. Английский нужно сделать. Английский. Угу. В пятницу я поеду домой. Как я поеду в пятницу домой, если у нас будет посвящение? Как все сложно. То есть я поеду в субботу домой? Как же это сложно. Так, и сегодня мне нужно снять видео, которое я, собственно, сейчас снимаю. Его я, наверное, выложу тоже сегодня. То есть в понедельник я пишу видео про ежедневник. В среду, я думаю, что мы выложим пост в Инстаграм. Подписывайтесь на мой Инстаграм, кстати говоря. Не устаю это говорить. Ой-ой. Не устаю вам это говорить из видео-видео. Подписывайтесь на мой Инстаграм, там интересно. В пятницу я, получается, ничего уже выложить не смогу. И в субботу я хочу снять видео про BTS с сестрой. Соответственно, вот сюда в субботу напишем видео про BTS. Класс. Скорее всего, в субботу или воскресенье я пойду на день рождения к подружке. Так, что-то я, по-моему, забыла. Пятница... О, цифровая культура. Нужно сделать задание по цифровой культуре. Его, скорее всего, буду делать в среду. О, я забыла еще одну. Еще мне нужно сделать контрольную работу домашнюю. Значит, завтра делаю еще контрольную работу. Ну, наверное, пока что это все. Теперь самое любимое время. Так, для начала нужно выделить ярким то, что нужно не забыть сделать обязательно. Раз я обычно выделяю практикумы, которые у меня будут, чтобы не забыть к ним подготовиться. Так, это завтра практикум. К этому практикуму мне не нужно готовиться. Так, языкознание зарубежное. Вот тут не практикум, но подготовиться нужно. Английский нужно подготовиться. Цифровая культура тоже нужно подготовиться. Теперь выделяем, например, ярким вот таким зеленым все задания, которые я записала, чтобы мне тоже их потом не потерять. Потому что бывает, когда много всего записано, путаешься. Значит, мне нужно на этой неделе сделать 4 задания. Теперь время наклеек, самое интересное. У меня есть вот такой новый наборчик с AliExpress. Вот так они выглядят. Вот это хочу.
Take it easy хочу еще. Вот такие я хочу наклейки сделать. Так, you're enough мы сделаем на пятницу, потому что это последний учебный день на неделе. Вы понимаете, да? Типа, с меня достаточно. Take it easy мы сделаем на воскресенье. Нет, на... Давайте вот сюда. Так, это не все, естественно. Берем мою папочку и начинаем копаться в них в поисках идеальных наклеек. У меня есть вот такие наклейки от соды, которые я потихоньку использую. Так, вот из этих давайте возьмем... Я хочу персик на воскресенье. Мне очень нравятся картинки с персиками. Я не знаю почему. Прямо очень нравится. Конечно же, ни одна неделя не обходится без Гудутамы. Так, вот этого малыша я хочу наклеить вот сюда. Якобы я родился, вылупился. Давайте погнали уже вашу неделю. Я готов к ней. Вот этого малыша, который прячется в своем яйце, давайте его мы сделаем вот сюда, где написаны все дела. Конечно же, единороги. Куда без моих единорогов? Сейчас мы кого-нибудь выберем. Оба-на. Оба-на. Красота. То, ради чего, собственно, стоит заполнять ежедневник, так это ради подобных ситуаций, когда ты наклеиваешь все, что видишь, куда видишь. И еще, там, где у нас BTS, нужно какого-нибудь милого. Вот. Предлагаю вот этого чувака приклеить к видео про BTS. Чиминчи, чиминчи. Так. Еще нужно кое-что сделать. Раз в неделю теперь у меня будет выходить рубрика «В кроватке». Вы это знаете. Теперь вы это знаете. Давайте выберем день, когда у меня будет, в принципе, в пятницу. Да. В пятницу я сниму видео «В кроватке». Может, это вообще сделать традицию в пятницу снимать. Итого у нас на этой неделе 3 видео. Один пост в Инстаграм. Собственно, вот что у нас получилось. Так будет выглядеть моя неделя в октябре. Нежно-розового цвета, потому что от оранжевого немножко уже устала. Если вам это видео понравилось и вы хотите больше видео про ежедневник, то подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вам не понравилось. Критика это всегда здорово. Ну а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами скоро в новом видео. А пока что подписывайтесь на мой Инстаграм. Хех. Хех, лол, омагад. Все, всем пока. Ой-ой, я забыла сделать закладку. Вот так. Все, пока.